Инск. Инск, да, называется карта? Да, Инск. Да, я слышал Инск. Олег, на патоне ты можешь сыграть из трех направлениях. По зелени, по центру, либо слева, в городе. Это право. Нет, здесь смотреть по карте, имею в виду. А, понял. Спасибо за замечание. Итак. Ты просто уточняй. Да. Сразу уточняй. Вот. В городе тебе сыграть будет отыграть тяжело. Там будут тяжелые танки противника. А у меня же голда. Да похуй. Как тебе такая стратегия? Я еду на мид. Смотрю ситуацию по карте, и потом, соответственно, по ситуации есть. Да, неплохо. По карте? По карте ситуация посмотреть. Это так называется. Надо бы это, блядь. Стрелять. Надо бы, как называется, перенять, да. Это кто дал? Как ты думаешь? Конечно же, не я. Ну, он прочитал ситуацию по карте, ты нет. Ну, я же хуёвый. О! Я ты куда едешь, блядь? Что? Иди нахуй! Мразь коричневая, блядь. Вот, у нас сейчас Е3. Я не попал. Блядь. Мы Е3 мешаем играть. Да тебе похуй. Я, блядь, здесь главный. Сука, я стрелял по бэшке, ёпка, да и... Скупаю. Съеби, съеби, съеби! Что это? Блять, это тотик, свали! Олег, нам нужно бежать срочно, вот реально срочно нужно бежать. Ладно. Тотик, Фердинанд. Ты плохо бегаешь. А-а-а! Ты не первый, кто ему говорит. Ты не первый. Блять, Олег! Что за тебя? А я-то при чем? Ну, да просто. Просто скажи, ой, я виноват. Ладно, я виноват. Все. Ты затащишь. Вытащишь мою жопу из задницы. Да, пацаны, помогайте. Почему они за... Блядь, кто так играет, нахуй? Кто так играет, блядь? Почему они не встали сюда? Чтобы им ебало дал. Голосу 40 выпущу. А, там 50 б еще, мразь. Я кумуль, че ж ты долго летишь? На 10 метров в ЕСО, что ли? Кому не успел долететь на ЕСО? Ну да. Альфа, что ж ты не альфуешь? Опа, да, просто хуёвый. Вот и все. Олег, в начале боя говорил, что можно сыграть и с левой стороны. И там, и тут, и так, и сяк. Сейчас... Что тебе не нравится, я не понял, блядь. Че я их всех переверну, блядь. Иди нахуй. Да. Сейчас сконцентрирую камеру на тебе. Блин, смотри. Видишь, о, переворачиваю норм. Уже. Так, так. И отличная стрельба от страйка, просто не повезло. Ну, я думал, он съезжает. 25% невезения. Да, надо уехать. Я тебе крою. А вот этого всем бы кроешь? Вот, в принципе, поэтому опять, опять виноват Олег, я скажу. То есть он дал, в принципе, вот информацию. Поэтому я и хотел уезжать. Ладно, ладно. Красивый мув от страйка. Как бы безошибочная игра. От лучшего игрока. Миротан. Олег, отлично выстрел по бегу 704. Да, я от этого выстрела аж, блядь. Вообще пролил. Хотел сказать, что в команде противника есть артиллерия, как бы не успел. Я радиста починил так, чтобы, блядь, наверху нахуй попадать. И радист на воздух. Чуть не повезло. Да, я союзники. По взводе слабо. Бля, Олег, ну ты тоже, ну ты скажи, как бы, что тут это было как бы неожиданно, вот этот вот урыв.
Какой? Ну, врыв вот сюда вот просто. Всеми танками, в принципе. Ну, да. Не, если бы чаще играть... Играл бы ты в рандоме, то, в принципе, неожиданно. Ты знал, и поэтому здесь стоял? Да. Видишь, как ожиданно фугасами появят во фля, блядь. Это Верникова. Ну так-то с фугасами... И подешевле фугасы, по-моему, да? Мари Арта да. Сейчас будет, блядь, вливаться, да? Не, этот, видать, передумал, теребонька. Он заряжается. Типа пивасик. Пивасик пошел попить. На самом деле, если бы я первую пульку попал во рту, блядь, которая хуй знает, как не залетела. Ты бы не выебал. Я бы тут, блядь, дохуя че выебал еще. Прямо и в него не попадает. Ошибка была, конечно, моя. В этом бою признаю. Что там, ну-ка, дай-ка я посмотрю. Да не смотри. Что там смотрит? А, ну в принципе немного не хватило. Ты же стрелял, правильно? Все. Заметь. Четыре попадания всего лишь у тебя. Значит, альф вышли. Прямое попадание одно. Урона ноль. Правильно? Да ты игра, блядь. 25% невезения. Фугас не зашел просто. Потому что ББшка была заряжена. Ну почему ББшками в первом ряду стоит, а не... Не, ну главное, что ты признаешь свои ошибки, значит ты можешь развиваться. Это да, это да. Так. Здорово, байк. Байк, найди байк. Кстати, с байком так охуенно играть, пиздец. Он жесткий? Или он приятный. Бой начинается. И поэтому он жесткий. Ну, примерно как ты, да. Но с тобой мы редко играем, поэтому. Ну, хотелось бы больше, правильно? Да, хотелось бы больше. Сука! А вот ты неприятный, Нерью. Да мне похуй, блядь, пидор меня подрезал. Ясно, просто конченый. Надеюсь, тебя удалят из мира танков. За мотооскорбление. И скорость побольше там танку, я бы сейчас еще и видел. Нюклер оптимист, блядь. Это вспомнил ситуацию с куском, как бы, на этот китай. Опа, не пробил. Сори, с ребята, уважением. На катки ставим, на катки ставим. Цель понял, есть отставить. Попадание, цель захвачена. Есть отставить. Вот этому каточки можно, не? Попадание. Да пиздец! Это и 7, детка! Дрыгнулся назад, тварюга. Можно я стрельну? Получил. Я ты сразу. Давай. Тише, тише, тише. Сори, с уважением. Каточки, ребят, каточки, не забываем. Сука! Ебаные деды бортами, блять. Это просто пиздец, давай, я нахуй не дал миллион урона. А! Я затанчил твою пульку одну, слышишь? Не светился. Я не светился. Я не светил? Нет, я... Я тоже не светился. Я не светился, точно. Слышишь, ты обманщик, не светился ты, блядь. Сори. Чё, малой обманывает? Да. Я думал, ты меня не знаешь, типа не распознаешь мою ложь. Чебоксарский мошенник. Так, Олега с тобой. Я направо, короче. Налево по карте. О! Бля, жалко я отвернулся, он сейчас умер сейчас. Ладно. Пробитие.
Агату Кристи слушаешь? Нет. Нет, просто у Нира есть секреты. Что он гей. Любишь, любишь, любишь или нет? Фиг. Мать, я не хочу шутить, что он. А чё парня шутить, в принципе? Про него уже столько шуток было. Блин, сейчас... Блядь, не, не представляешь, сколько сейчас труда влаживаю, чтобы не пошутить про мамку, как бы, твою. Влаживаю. Влаживаю. Да, неправильное слово, наверное. Да нормальное что-то, ты же киберспортсмен. В принципе, в принципе. Ты же сам киберспортсмен, не шутим. Да, не в русском языке же киберспортсмен. Киберспортсмен по русскому языку. Да звонит порывы, ты все равно не сможешь его пробить. Такая же херня на тренировках. Олег, иди. Да как меня не бесит уже. Они у них маскировка большая. Стадин? Оля, и победитель. У него танк сильный. Еще и стуковать, скажу так. А, то есть одного из 7 закрывал другой из 7, из-за этого я не смог попасть в одного из 7, потому что его закрыл другой из 7, и я попал в другого из 7. Называется вообще тимплей. Ну. А Шерах такое слово. Хорошо, что не знаешь, неизвестно. Он тоже, когда ну, вообще закрывает в игре, он тоже так же говорит, понял? Формат. Угля, жопа стоит. А, без водки, не попал. В забор попался. Блин, эти заборы в игре такие мощные, они реально просто. То есть через заборы не простреливается, да? Это материальный объект. Через который, в принципе, не стреляете. Не может снаряд пройти. Не стреляйте, честно. Ебать тебя бомбит. Короче, ты должен был точно две больше настреливать. Ну, в принципе, тоже. Стрим норм, покедово. Ты чё это ник учила такой? Спрашивает, как можно играть таким зодом, не выигрывать всё? Есть ответ у нас на этот вопрос? Я ничего не слышал. Почему у нас не 100% финрейт? Потому что у тебя играют плохие игроки. Я плохой игрок. Я тоже. Понял. Вы просто не верите в себя. Ну да. И ладно. Вот поверите в себя и нагнете. Блин, рискнуть агрессивно что ли? Ой, ебать. Кто это, сука? Сейчас я буду умирать, ребят. Да не. Гоу просто его, блядь, взорвём нахуй, ФВХ, идите. Обождите меня, я приду взорву. Что? Еду, еду. Что это было? У тебя замечательный голос. Нет. Бля, он вообще не знает, что его ждёт. Что? Почему? Давай, давай, я тебя толкну даже. Да, еду. Давай. Бля, бежит, бежит. Бля, это он не прострелит там. Нормально, нормально. У тебя что, блядь, за хуйня? Оп, и закрыл. Смотри. Оп. Цель захвачена. Быстрее вот ты берешь. Ты у тебя это ББшка была или что это? Да. Ебать, ты нахуй на этом танке играешь на ББшках?
Так он первый заряжается. А я кушал, кушать ходил. В смысле, братик, покушай. Тупо подстава. Олег, я врываюсь. Цель захвачена. У меня 800, но я врываюсь. Есть пробитие. Есть оставить цель. Потому что я могу. Блять, где жопа? Бля, смотри, стоит, понял? Думаю, это ядер неуязвимый, блядь. Пошел вон. Блин, я до тебя пробую сейвить, не знаю, получится ли. Ты, надо, что ты мне тут толкаешь? Я сдох. Ой, ой, тебя бомбит. Да подожмись ты под горку. Ставил. Еще 10 секунд подержу. Не, он подчинился. Слишком хороший игрок. Ты уверен в своих желаниях? Да. А? Нормально, ля. И тут понял. Есть оставить цель. Пробитие. Я подожгу его, смотри, подожгу, подожгу. Обманщик. Я подошел в фул сотку, не попадает просто. А, тридцатка одна осталась, да? Бля. Есть пробитие. Цель понял. Есть. Чуваши захватили чат. Хорош. Пробитие. Не, мне кажется, у Страйка во взводе настолько плохие игроки, что Страйку прям не хочется играть. Да нормально все. Блять, это светился. Сука. Пробитие. Нормально ли? Цель захвачена. Ой, блять, это, конечно, зря я сделал. Есть оставить цель. Не пробил. Еще не пробил. Есть пробитие. Цель понял. Это Санчо. Все ошибаются в этой игре. Цель потеряна. Есть пробитие. Вот я в этом бою ошибся. Просто как бы пропущу этот момент. Ну, учту уроки. Ошибки, которые совершил. Делаю домашку, блядь. Не, ну а шо? Если я домашку не сделал, что я все, что ли, уже? Чупеня и домашку делает, и в танк играет. Нормально ему. Кто? Чупенька. И в ПВО вышел. И на фейсе выигрывает. Плей-офф мы тоже вышли все. Ай, а можно приз 54-ку как бы ехать убивать, а? Чем-нибудь большим и мощным. О, прикольно, я не засветился. Хорошо. Клим.
Тупо клим. Пожалуйста. Попади, а. Смотрим на стрим. Есть какие-то позиции для подсвета? Знает кто? Да. Да. Какие-то есть, а какие никто не знает. Олег, вот отсюда светится точно. Окей, я тоже знаю. Ну все, а больше что, не а спрашиваешь тогда, Олег? Ну, может быть, есть более хороший. Например, с центра с кустов. Просвечу я или нет? К сожалению, нет, потому что, скорее всего, они стоят за домом. За домом, да. Олег, игроку такого уровня не знать это, извините, стыдно должно быть. Как? Какого такого, блять? Пиздец нахуй, ёбаный дед, и ему похуй. Альтаир 71, клан Чебоксары, хорош. Сука. Чебоксары, вперёд. Так, не прочитав, угасы надо было заявить. Ладно, давай. В смысле, я, блядь, не попал в танк даже? А-а-а. Потому что деду похуй, блядь, на то, что ты патта нахуй, что у тебя стабилизация хорошая. Это Альтаир. Ёб твою мать, это пиздец. Забрали в Симпс, случается. Гуннер. Сейчас будем по... Не, ну это вот, это тупо не повезло, реально. Оцеливайся, правильно? Да. Наверное. Я на стриме видел, грани работают. Что ты видел? На стриме видел этот выстрел. Грани работает. Ну, правильно я целился? Нормально. И в 5-4 еще прикольные были шоты. Тупо не пруха, блять. Все, потеем. Я еще и по таймингу стрельнул так, что, ну, идеально. Типа доли секунды до его выстрела. Что за хуйня? Найс, 1200 урона руинит. О, карта. Какая карта? Редшир. Твой какой респаун? Карта, которой не было. О. С года так 2010-го карт 20, наверное, в игру добавили. Вообще всего где-то 40 карт, по-моему. Все сбалансированные. Все сбалансированные, все постоянно выпадают с одинаковой вероятностью. Все красиво отрисованы, все хорошо на них. Ту-ту-ру-ту-ту-ру-ту. Сейчас высвечу вот сюда вот куда-нибудь. Будь готов стрелять. О. Ты не постреляешь. Не воровалось бы на нас 10 танков. Как, блядь, пиздец. Сейчас бы борт башни, блядь, не пробить и пятого. Чё, ну ваншот нужен?
Да ну нахуй, не танкует борт. Поиграл ей пятый, нормально. Опа. Вот. Что это у нас тут, блядь? Хуйня на 140. Это ты про себя или про нашего 140, ты не понял? Да я про себя, блядь. Я не знаю, блядь. Я только что сделал угол, блядь, градусов 10. Меня два раза за 2 семерки. А что, давай въедем в него, Олег. Давай въедем, только надо маршрут избрать правильно. Справа подсветит. Го, слева, если подсветит. Я вам слева саппортнул со 140-ым, если вы поедете. Го. Слева. Я первую еду, конечно. Кружим, кружим на районе. Есть оставить цель. Захвачено. Не пробил. Чё ещё там? Пробил. Сверя, не стреляй. Так это я в тебя попал. Да это... А ты куда, братан? Что за нахуй, а? Не попадая. Это, блядь, идите нахуй просто. Идите нахуй. Олег, ну пробивай его, давай. Берись, пробей. В жопу смог, сори. До этого не мог. О, блядь. Я делал типа идеально, получилось хуёво. Как он не стопается с уроном на катке? Это более всё интересно. Факт. Цель захвачена. Поставить цель. Блядь, кто светит? В центре уташка стоит. Здесь. Вероятнее всего, либо здесь, с боксер. Слева. Меня не светит. Чё меня засветили? Алло, ребят, здорово, ну чё вы там? Как дела? Чатику привет. Почему тут чат? Не знаю. Просто решил поздороваться. Не рубись. Чё, не могу поздороваться? Короче. Все равно я ничего не делаю. Короче, у меня здесь 7-й, мне его нужно убить. Серьезно? Я альфа не прошу. Цель потеряна. Цель понял. Ну вдруг повезет. Ну, я его уже бил. Лево нет. 50 б. Сколько 50 б хп? Не знаю. Олег, не важно, сколько хп я прикрою. В принципе, не то. Есть пробитие. Цель понял. Есть отставить цель. Цель захвачена. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Цель захвачена. Пробитие. О, лево. Есть отставить цель. Леопольд. Сколько у Леопольда хп? Шотный. Арта КД одна. Аж не к тебе приехать. Вафля могла поджать? Вполне. Она по мне давала минус много, она вряд ли будет поджимать. Я сейчас зажмло. Ой. Леопольд. Какой-то он сильный. Я еще попробую хлюк светить. Блять, у меня глаз чешется. Играть не могу. Если вы светите его хлюк с нашей стороны барабаном. Сейчас попробую. М-м-м,
Ну а, давай его хлю буду высвечивать. Да, но одна ошибка, если она стоит как-нибудь по-крутому, я отсосу. Ну ладно, про это. Нету крутой позиции. Вот она. Цель захвачена. Есть отставить цель. Цель захвачена. Красиво, Монти! Спасибо. Есть отставить. Симплей. Ты счет первый на меня. Окей. Ты с камня подсвечивал? А, он засветился, блять, я хуй знает как. Сейчас заберу. Не заберу. Да я гору контролю. Я хочу. Кумуль. Пизда даст. Ой, я пизда свету. Я, короче, поехал. Альфа. Покажите коть. Яшку можно? Сейчас добью. Полу ПТ, полу арту. Сейчас что-нибудь покажу. Вау. Прикольно. Я... Ошибся? Тестил, нет. Ну, короче, крона дерева поваленного. Я думал, что она работает как куст. Олег, говорил тебе чё? А? Крона дерева, видишь, грин? Вот, я думал, она работает как куст, я подъехал, она оказывается прозрачная. Она типа работает как маскировка, только на дистанции 15 плюс метров. Для обоих человеков. А то есть, если подъезжаешь ближе... То есть, если подъезжаешь ближе, то она не дает тебе маскировку. Арта мне засветила. Вот. Слайдом, на. Ёбаный металлист, видишь. Кружим, кружим. Мне Вэлда не смог. Нормально ты ему урона дал под конец. Фармить. Человек простой. Обновление ангара по 5 минут. Так, что там? Куда елку делать? Какие да? Породы деревьев дают маскировку, блядь? Просто решили взять ее и убрать. Береза нормально, кстати, дает. Родненькая березочка, да? Да. Замаскирует. От буржуя. Ненавистного. Нир. Да, сори. Извините, пожалуйста. Я отвлекся, я там видеоролик просто. Какую кальянную выходишь? Я не хожу в кальянную. Сори, 18 нету, Текс. Чувствую, это будет увлекательный бой. Смотри, Олег. Да. Свечу по миду свечу. Ага. Ты отсюда отстреливаешь, пушим потом этот первую линию. Нет. Я сюда не поеду отстреливать, смотри, с увлажнением.
Я не попаду. Даже говорить ничего не буду, бля. Помолчу, пожалуй. Угу. Да мы с Прохоровку плохо играем. С Беном забанили? Или не банят? Мы ее не пик... Бля, мы же её не пикнули. У нас капитан дал. Капитан дурак, блядь. Капитан лох. Он просто забыл, блядь, что забыл про Прохоровку, понял, блядь. Ты на шо? Карта много... 40 карт, как бы говорил Олег, вот и World of Tanks. Трудно все запомнить. Цель понял. Не пробил. Оставить цель. Светит слева, слева, слева. Попадание. Да, пиздец. Цель захвачена. Цель потеряна. Воу. Нормально. Цель захвачена. Цель потеряна. Арта в меня целит, я уверен. Но я буду на этом характере стоять, и мне не сразу, что он меня целит. И 7. Если ставить цель, добивается. Цель захвачена. Если ставить цель. Броня не пробита. Цель потеряна. Цель захвачена. Справа кто-то стрельнул. А, вуфля стрельнул, значит. Сука. Пробитие. Цель понял. Месть отставить. Можно мне посейвить как-то сейчас? Кто? Не, ладно, никак. От кого? Все, все, все. Это наши 7 врывака, блять. Сука, ебаная мышка, ебаный стол, блять, все мешает. Ты можешь на полу поиграть. Полтора года назад я, в принципе, играл на полу. Все было офигенно. Поэтому играл в каскадах? Поэтому играл в скулбасах. Скады мощная команда с мощной историей. Альфа не прошла. Мощная история в один сезон. Ребят, что за хрень? Почему мы не пишем? Там Тони капитан был у вас? Нет, босс. Цель захвачена. Знаешь, что такое? Восс. Вот что-то знакомое. Почему это так все, наверное, знают, просто никто в лицо не видел. Найс, куки летят. Лорд Макс. Я вот по чистому полю езжу, у меня не светит, нахуй. Заехал в кусты, меня засветили, блядь. Ну, урод ебал, блядь. Лоооооль. Прячу за Т-50... За Т-50... Сори. Сложнее, блядь, ебать. Как вы, блядь, мрёте, мрази? Мрази! Монти, мразь! Ах, бля... Ёбаный ортопидер стал по трассу, сука! Ты, бля... Ладно, нахуй. Не буду мамок трогать. Ты в бою трожь. Охуеть. На, я закидываю. Блять, пожалуйста, залетай. Все, пошутил про маму, блять, ты отпустила нахуй.
Да, у нас тупо сосет. Существо. Готов. Ну, yes. Цель захвачена. Можно каточки ему? Есть оставить цель. Да. Есть пробитие. Можно. Цель понял. Есть оставить. Есть попадание. Сори, блять, у меня паттерн не подавал. Ааа, бля, сложно. Пробитие. Противник в огне. Уничтожен. А что он, блядь, не шутит нахуй? У меня бац! На каток поставил. Сосир. Просто как и Монти. А ты же вафли. Что, отсосал? Просто, да. А? От марки монитора какого-то. Олег. Что? Что там у тебя? Что? Что? Ничего. Чё у тебя там танк чёрный? Ну мне просто надоело играть. Решил отдохнуть. Не всегда же Лешки тащить. Блять. Ну уёбище это ворвалось меня, сука. Ой. В принципе, да, но ты не виноват. Бля, его просто рубит. Я в этой зелени свой прицел проебал, я первую, блядь, пульку не попал в него, так бы выжил. Короче, да, он. С уважением. С уважением. О, мне оказывается не здесь. Не заберут? Так, так, сводимся. Ясно. Найс, фугас. У него нет наводчика и... не хода. Снимай этот 430-й мощный, слышишь, стоковый? Блин, ну тёрт, ебанский какой, блядь. Ты бедро на голове. Я помню, ездил на нём, блядь, прикольный танк. Смотри, смотри, нахуй! Ебать, блядь! Ты чё, Варфоломей, ты чё, блядь? Смотри, ты 10-й сейвит его, нахуй! Блядь! Ну если вообще не пробьёт, смотри. В башню даст. Блять! А что такое? Что такое? Да это просто вермоломей на стилище разъебал. Ломей, блять. 4 хэд. Вот. Вот нормально, 430 там пацан играет, блять. Потому что у нас на патане, блядь. Патань. Не важно, сколько у кого дэмэджа. Ну, в принципе, да. Я и давал свет по зелени. Засветили меня. Бывает такое. Ну тики просто, они же рандомные. Да, 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 вот именно тики. Тут это в чатике спрашивают, Монти, ты в какой школе учился, а, пиздюк? Я, бля, для киберспортсменов. Киберспортивная школа Зевса из Нави. Почему играешь танки? Там... Соседи Страйка, его поехавшим, наверное, считают. Так орать ночью. Нет, слушай, да не я... только соседи мне поехавшим считают. Ты настоящий геймер. Докажи это и выиграй. Агу, блядь, поедем, как настоящий геймер, и сюда поджиматься. Тройка. Давай. А что, так можно? Там, типа, не умрёшь? Ну, как пойдет. Вообще ладно, не умрёшь. Вот мы сегодня на руде как пойдет, вы делали за деф. Ой, бля. Мы со сай делали. Подтолкнул ей пятого, в принципе. Мы за деф делали... со сай. Нет, мы боялись, очень страшно. Ты
Так. Бать мочку, оказывается. Блин, нас и пятый сейчас прикроют. Вообще изи будет. Нахуй. Нир. А. У меня очку. Попадание. Попадание. Да дальше проехать. Тут резко. Оп, подсветил. Ой, и пятый КД ББшкой. Ой, не дел второй. Ёп твою. Ой. Бэшкой. Настроен серьезно, парень там. Никого. Действительно. Все пусто. Sector clear. Еще мать лопается. От кого? Нормально ты? Блять, просто два члена сосера. Охуеть. Они меня в крышу корпуса, блядь, пробивают. Это просто пиздец. Я боюсь, шарта мне в башку ебет. Не бойся, не ебет. Не думаешь? Так не думаю. 6-8 КД. О, это просто запей. Блять, как же он хуярит. Какой же это игрок? Это 49 КД. Мехвод контужен. Скорость движения и поворотов снижена. Гусеница восстановлена, можно ехать. Да, Монти, просто посмотри, куда меня пробивали. Засыпей. Короче, мы тут особо не выйдем, я поеду объезжать. Я двое пятых приехал. Какая дрянь. Он с балкона и пятый хуярит. Ну да. User joined your channel. Эй, что это такое тут происходит? Я что-то не понял, а? А? Турция обсуждаю. А? Олежку хотите забрать у меня, да? Да, 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 да. Прям на стриме, блять, трансфер нахуй. Ты чё, а? Ну-ка, зрители, ну быстро рассказывайте, что тут происходит. Они реально ли? Блин, я опять отсосал, блять, заебал ты нахуй. Что у тебя в голове происходит? Да я не знаю. Меня шлюхи подпирают, блять, блочат какие-то постоянно. Ещё всё горит как. У меня 300 баксов в кармане есть. Оп, трансфер нормально будет. Подойдет? Подойдет, подойдет. Ты только тиммейта моим не говори, чтобы все мне в карман ушло. Ладно. Давай, договорились. Блядь, 68 на меня. Замоньте столько. Ёпта. Белорусский. Блядь, классно. Белорусский давай прямо сейчас, да? Нет, нет. Американских президентов. Это красиво. Ну там можно разных накидать. Слышь, Нюк, а что сейчас в Шанхае происходит? Там что-то какие-то новости видел, поувольняли всех к чертям. Да, да. Американского комментатора такой. Ну там Габен, неправо. Какой же сильный Монти. Исити. Монти вообще реально задр, на самом деле. Я прям реально помню, что он вообще никто не сходится в ПВП. Просто что-то всех ебёт. Монти сильный. На задрот вонючий будет. Горжусь вообще, просто Монти гордимся. Кстати, если к вам приедет 268-й, что-то вы снять его. Нет. А он не приедет. Это читает. Сразу видно, лучший игрок. CDC не вижу. Мы соснем, если, блядь, это. Хуйня коричневая въебет, блядь, ББшкой мне. Найс пэшка, ты 400 в дом. Гусеница восстановлена. Гусеница восстановлена, можно ехать. Монти, а сколько у тебя боев на Аке? 4000. На Аке. 4000, серьезно? Да. Ну это второй аккаунт. 4400. А, я думал, типа это у меня меньше всех. 4400, Монти. Бля, если бы считать... А тут проехать можно, блядь? А сколько ты всего в соцсетях? Ну вот, я на первом где-то наиграл сам 4000. Я не верю, блядь. Справа есть, вроде. У меня? 15 тысяч было. Я тут просто сползу вниз и пизда мне будет. Значит, я больше не играл. У меня на первый я сам 14 наверное, наиграл. Думаешь? И на втором почти десятка.
Все, я не ре... Не надо меня палить, блять, мразь эта, сука! Сейви меня... А, не, они не поехали, нормально. Сейчас мы их сплитфайром будем ебать. Угу. Давай, сплитфайр. Хорошее слово, да, Мати? Сплитфайр. Сплитфайр. Нормальное слово. Сплит, бля, ёпта, сплитфайр. У меня приподнялся от такого слова. Сплитфайр. Пиздец, он от меня развернулся, у тебя 55-й соло убивает. Тактики фейс. Он КД. Слышь, тактики фейс это гейс. У меня, блядь, немного БК нету, так что, блядь. Он просто едет. Сука, хамулёк. Почему ты такой слабый, а? Соберись, блядь. Мне надо обоих убить. Конечно! Не встретишься восьмого, убей главное. Давай, давай, ща убью. Дальше врать спилить. Цель захвачена. Пожалуйста, не попадай. Бам! Давай, Монти один. Монтик КД. Он на меня. Арты КД. Я в кульдауне, скоро помогу. Мне бы помог кто-нибудь. Он на меня. Монти КД. Арты КД еще 30 секунд. Цель захвачена. Да, именно так. Я его отвлекаю, он боится. Монти тоже боится. Глупый, блядь. Ты чё, блядь? Эрнест едет на Монти. Эрнест, блядь, стой. Эрнест, нахуй. Эрнест. А ты помнишь, как там, тип, на этом, как там дурацкая карта была? Китайская. Монти сосал Эрнеста. Эрнест, ты пиздел, Эрнест. Серьёзно? Еби-еби, он тебя не забирает с альфы. Блять, я... Что за, блять, босс приехал? Монти отсосал Эрнеста. Монти, ты дал! Монти, что это было? Ты тупой? Я хотел забрать сурдетку, это забрать. Я думаю, ну его должен был забрать патом на жладе, короче. У меня, сука, КД, блять, дохуя времени занимает. Монти, просто ты проебал бой. Бля, в смысле я проебал? Так. Надо было убить сурдеватку. Нет, надо было убить Эрнеста. Ну понятно. Боже, сука, боже, нахуй. Борщ, борщ, хорош, блядь. Ой, страйк, если что бы сейчас... делает? Что делает страйк? Как можно за этим танком мансить, блядь? Там Тартойс ебаный приехал, блядь! Я кача, блин. Пизду нас, блядь. Блядь, спокойно, что он делает? Ещё забей. Чек лол просто. А там Тартойс подкатил лол. Не сыгрались, не сыграли с Олегом просто. У меня КД, сука, 12 секунд, я не мог, блядь, разъёбывать жёстко. А в кого выстрелил? В твою вора выстрелила я. Но я, блядь, в КД шел с 12 секунд, повторяю тебе, поэтому не застрелил ещё раз. А, сука, блядь, ёбаный бред, нахуй, почему так? Почему он мне заряжающего сломал, пидорас этот? Ебанский. Тогда бы я подал 2 шота еще V5-го. Да, я бы там разъебывал Соленова намного жестче. Мне не пришлось бы тебя тягать. Типа туда-сюда, мне помогай. Блять, у меня кончилась минералка, что делать? Принести еще. Трудно. Ага, у меня колокольчик. Нормально. О. И синдуки мне близ. Чувак, изи нахуй. И синдуки, и чай будет. Ого, кофе еще тоже. Бля, приятно, нахуй. А мне можно? Нет. Мне на день рождения колокольчик подарили, теперь все. А еще есть какие-нибудь услуги? Функция дополнительная. Кроме еды. Это не для тебя. Массаж там. Ну, не для тебя. Я тоже массаж хочу.
я тебе сделаю, Нир. Спасибо. А массаж по выбору? Не пробил. Ну, а сука. Защитился? Да. Воу. Спасибо. Это мой дом. Старенький, правда, блядь, ну ладно. Зато свой. Я бы впустил Олега в свой дом. Блять, ты светишься. Ты светился, Олег. Нет! Вот сейчас я выстрелил и засветился. В смысле? До этого не светился. Ты стрелял в меня. Может, рандомил? Я вот, мы сейчас стреляли в него, я засветился. Мне лампа после выстрела. А я нет. Ну эти споры задротские, блядь. Так, короче, у нас... Он меня подстрелил. Колокольчик. Сумка, и ты просто лучший. Спасибо. Бы здесь инфы, короче, не будет. Блять, надо помочь нашему ребятому, на чем сосет. Уехал, когда он выехал. Не особо представляю, как это делать. Спасибо. Thank you for donation. Гоу поможем. Гоу, я ворвусь и убиваем троих. Давай. Нет, двоих. Ты понял, Олег, что говорит? Олег, я не понял. А где топовая елочка? Неопытная молодой. Нету елочки топовой. Вы ныли, теперь нет елочки, все. Короче, это... Да нет, что-то не хочется врываться. Все, я уезжаю. Тухляк здесь. Давайте покатались. Давайте еще сюда съездим. На самом деле, нас полностью забрали. Давай, Олег. Надо зафокусить. Вот этого. Да ты ж не сможешь его. Не сможешь. Ты гонишь. Попадание. Ну, красава. Все, давайте вот дальше. Съешь. Вот этого. Фокусаните, ребят, дай сюда. Красиво. Ну пиздец, поставил меня, ебаный упырь. Гонишь, вниз сорвал. Кто, я? Ты, блядь! Кружим по районам. Я его поставил на каток. Добью. Сверху гандон вылезет. Арты когда? Я красиво сейчас делаю, поеду. Забрал. Тащим. Монти, за ртой. Давай, сука! Вот сюда бы укрепить. Стены поставим туда, ребят. Нергой курит. Как стратегия, как в казаках, блять. Бля, его имя и пятый прочитал. Ну да. Монти, давай, я тебе верю. А, просто дал мне, блять. Олежа. Домой, говорит, блядь, Дина. Сейчас попробую дать. Олежа. Пиздец. Сука, сын шлюхи свалил. Я, сука, и пятый, смотри, не могу ехать. Ай, блядь! Кто-нибудь, блядь, помогите, ребят. Так, надо убегать. Пошёл ты нахуй. Иди в жопу. Заклинание, нахуй. А? Так, сейчас нужно ягу ебать. Ти нахуй! Он не опустил нормально. Поспешил. Нет, там должен был пробить. 3-2-2. Блять, я хотел на каток потом влить влево, блять, резко такой. Типа хуяк и все. Ты один бы ни разу не попал, ты иди нахуй. Что? Еще не повезло чуть-чуть. Мне?
Да, блять, я тут нахуй поздно уезжать начал, мне поставили, разъебали жопу все. Тащи. Бать, у нас нахуй Джокер, блять, к банде. Бать, ребята, далеко нахуй. Сколько и пятого хп? Пусть знает, чариотер в круг, типа, отец бить. Напишите ему, что базу брал. Блять, я не умею. Да мы их вдвоем, блядь. Бля, ну ты, блядь, ёб твою мать. Там пока один. На СТ один будет захват основной. Мне надо левее с горы их уверить. Да, блядь, Монти знает, где они. По факту ты можешь без света, блядь, стрелять в эту точку. Не, по факту могу, конечно, да? Ну да. По факту. Так ты сделай, блядь, это прямо сейчас. Все. Видали? Олег записывал? Да, 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 да. Все. Победа получилась. Донать им за этот шот. Молодец. Нет, о, не все. Блядь, убивай стадин. Убивай стадин. Ты ему в каток попал, он... Этот будет сейвиться, по идее. Если мозгов хватит. Не, не будет. Охуеть. Ой, через елочку просто убивай его нахуй. О, вообще нормально, блядь! Я альфа, сейчас смотри. Не. Бог башни, блядь, не пробил. Я тебя фунт ебал, блядь. Гуннекс, блядь, чё? В курсе, пацаны, что у меня на него патрон не хватит, а? Сколько у тебя? У меня 7 патронов осталось. Хватит. Тебе главное СТ-1 убить. Одного. Без засвета. И, блять, выцепить. Так как он стоит, можно. Он ошибится. Он ошибится. Можешь еще левее взять, чтобы борт пробить. Под красную бить его. Тысячи нахуй. Мне аж пристал. Шуй пятый. Как поедешь? Давай, мантя! Здорово. В кусты, о, все, убивай нахуй. Вообще нельзя проебывать снаряды. Да. Нормально. Буду стрелять, блядь. У меня 2 патрона там, 2 патрона... Знаете, у меня 2 патрона аккумулятов, 2 патрона под калибером, блядь. Вот такая вот штука небольшая. На дальней дистанции тебе надо сейчас попробовать кумули зарядить, раздать ему что-нибудь. Мне кажется, наоборот, надо под калибером и бортину выцелить его, а потом зарядить кумули и приехать в ёбыч. Бэ ты сын, тварь, нахуй, иди куда-то, блядь. То есть 4, да, сейчас снаряда? Да. Блядь. Тупо риск. Монти, не рискуй. Тебе надо его ждать в первом моменте, он вот. Сейчас может поедет, да. Как-нибудь, не поймет, да, да. Подумает, что осветился. Все, давай, Монти, я в тебя верю. Я буду стоять, давай, блядь. Кто больше простоит, нахуй. Он хуй, он не понимает, когда он светится, когда нет. Он думает, что он сейчас светился, он сделает какую-то хуйню. И ты такой, ебать. Тут я, опа, правильно? Да. Это красивый план. Классно, да? И откатится назад, в принципе. И будет, ну, направо смотрит, налево. Понял, блядь. Давай, 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 нормально. Ты стоишь. А ему вообще нет повода куда-то ехать, на самом деле. Он просто, блядь, берет, нахуй стрим смотрит сейчас. И просто баем кидает, понял, блядь? Да, да, да. Братан. Ну, братан, давай. Жмыкается, жмыкается, пытается. Я могу попытаться ему в башни кинуть, когда он отворачивается, блядь. Не, тебя хоть не хватит снарядов, нужно наверх. Да, ну, можно не попасть, на самом деле. Угу. Братан. Ну, рисковать надо будет, когда минуту где-то останется. Ну, прикол, блядь, в том, что я дам ему 2 патрона, когда я подъеду, и я не уеду туда от него. Попробуй, может, зайти вот с этого фланга.
Аккуратно, у тебя может свистеть только. Он может в правые кусты подъехать? Чек. Ну, я там сейчас, сейчас медленно вычекивать его пытаться. Вот с... Хаума, вот это, да. Короче, вот в этих кустах ты вот так вот проехать не можешь в упор, но... Тебе надо два урона дать. Mm-hmm, надо. Но он тогда на него сразу поедет, думаю, тебе нужно быстро уебывать. Там есть трупы карты. В кустах этих. Mm-hmm. Может, за ним сейф есть. Кулдаун, 35 секунд кулдаун. Тупо толкаешь трупик Чариотера, тебя не простреливают. Он нормально вообще. Давай, вали. Что, у тебя под калибр или кумули? Все, под калибр был. Давай. А теперь просто объезжай вот так вот, нахуй. И вот так вот, наверное. Самое идеальное будет. Так. Mm-hmm. И в спину, и в спину. Блять, как шакал, просто нахуй ассасин ебучий. Ебать ты ассасин. Сейчас он ассасин сделает. Бля, Монти тупо сильнее. И последним снарядом добрать, парни, медаль. Да, и нормально получить. Ёб твою мать, блядь. Пиздец. А знаешь, чем обида, что ты не на основном аккаунте? Аааа, блядь, ёбует! Пизда. Додик ты, Монти. Фул сводку, блядь, фул сводку дал, блядь. Нахуй ты дал этот шот? Ну всё, блядь, теперь крутись, вертись, блядь. Хуй знает, что делай. Я не базу захватываю, блядь. Дабы не закричать, так я не понимаю, я стрелял. У меня фулл сводка была, блядь. Что? У меня было немного в землю, блядь. Ну, это бот-шот. Надо было попадать. Ну все, крутись, блядь. Ой, блядь, такой крутись. Матч обосрать, нахуй. 190 тысяч долларов, блядь. Да убри ты уже, нахуй. Я его подожгу, блядь. Ну тебя, блядь, простреливает прямо сейчас. На туре изи, блядь. Тупо тебе надо баки выцелить. Вообще не изи. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот сейчас вниз на скорости, блядь. Вверх. Чувак, тебя выцепит сразу. Тебя выцепит, Паш. Не сгорел! Ой, блядь, пиздец, хуёвый. Да? Да. Да? Сори, блядь. Просто как. Все так красиво было, блядь. Все так красиво, нахуй. Просто пиздец. Так, ладно, давайте на этой мощноте и завершаем. Или еще. Ай, бля. Монти, давай, решай все слова. Монти ассасин, блин, оказался в итоге. Играем, не? Представляешь, как ему обидно сейчас? У него горит, да. Играем, не? Я да такой очень, что в принципе расстраивается. Ай, последний, короче. Это всего лишь прессак. Всего лишь игра, реально. Всего лишь игра. Все лишь игра. Все лишь это видели 1100 человек. Ты обосрался. Ой, блядь. Ты, сука, хуже, чем было проиграть 5-3 Нави, нахуй. Че, мы думаем, что не поняли, что вы так отдали, просто специально, чтобы потом травки заебать. Поворачивает катком, я их стреляю в каток, вот и просто в землю влетает. Я реально, бля, приятнее. Он должен был просто на катке сдохнуть, бля, сейчас. Он должен был сдохнуть на катке просто там. Ну нет. Если бы был медалька дрочера, я бы себе еще волосы вырвал.
Не, ну все равно все знают, что ты сильный. Просто немножко в конце обосрался, но в принципе ты сильный. Это на ТВП на рудниках себя отыграл, блять, мощно нахуй. Я мощно отыграл, да. Мощно отыграл, блядь. Вошел тут Толику, дал, блядь, сдох нахуй. В смысле, от арты, от арты на 1200, блядь. Ты карта все права. Пиздец, блядь. Какие, я вообще там не виноват. Вообще Жека виноват, и не я. Не, ну да. Он же не светил. Какого хуя? Мне команда присылали, не моя ошибка. Пытается на... добить. Не, на это тоже могу сказать, что бачать не моя ошибка. Ну да. В смысле? Так это не твоя ошибка. Это моя ошибка. Так ты ж не знал. Только я не отмазываюсь. Ты ж не знал, блядь. Хорош, блядь. Каким образом? Посеял сор в избе. Любым образом. Что с лицом, блядь? Отмазывающийся. Каким образом можно винить за то, что ты вообще не в твоей семье? Нормально сыграть. Подумать, блядь, типа, не подумать, все правильно сделать и не отсосать. Лол. Приколюшки, шлюшки. Я, блядь, подумал, в этой катке не попал Е5. На нападаем, да, я понял. Только я медленный, пиздец, какой медленный. Куда? И тут под шею сейчас за всю курю, блядь. Я пробил. Самолетик изображаешь? Я да. Найс. Я потал. Не, можно. Хз, у тебя вроде нормальное выражение лица. Я видел онлайн. Не, я это, я в душе. В душе. В душе дегенерат. От души душевно в душу. А где этот ФВ? Ща насрали Нави мне в подушу. Хорош. Вот это рэп. Изи. Белорусский рэп. Цель понял. Чувак, ты рэпчик. Бля, я бы чтобы не играли эту катку. А чем вот так сидеть тупить, чтобы, наверное, дерево нарисовал? Сделал. Бля, ты заебал. Я не могу сделать. Да, блин, не ротой, аж. Или ты хочешь, что тебе это задали, и поэтому это не твоя ошибка? Да какой нахуй броня не пробита, блядь? Ну нахуй, ты чё, блядь? О, я его в ВБшку ринканул. Точнее, я его в ВБшку кинул. Я его не пробил. Здорово. А, альфа ещё у него, блядь, прошла. Монти. Может, хватит вот эту штуку делать? В смысле, какую? На 10 секунд кулдауна. Да, ну как ХВ. Все, я наигрался. Тут просто. Хороший ЛБЗ сделал. Хороший инвокер с мида 1.7, реки Ромиши 2.6. Смысл? В смысле? Это чё за кат? А? Чё за игра? Чё за кат? Чё за игра? Дота 2. Это ты в дотку играешь? Да. А. Ахаха. Заметь, 26 минут нас ещё не спушили. Профет, Спектра, Зевс, Бар и... Так, всё. Я всё, парни. Слабый. Это вот, если бы выиграл ту катку, мы бы ещё много сыграли. Не, я заебался. Уже начинаю просто хуйню делать. Даже терпение кончилось. Вот в доте есть запас маны, там, здоровье. Вот у меня мой запас маны кончился. Правильно. Это правильно. Ну, го в доту. Погнали. Не. Так, все, парни, всем спасибо, кто смотрел. Спасибо за донатики. Я на сегодня все. Ладно, я тогда, в принципе, пойду писать. Что ты пойдешь писать? Бинарное дерево. Конец. Я думал, ты никогда его не сделаешь. Математика? Да, информатика, программирование. А в чем суть? Как обычно в учебе, бля. Никакой нахуй. Просто сделай бинарное дерево, блядь. Зачем, хуй знает зачем. Ну нет, это типа структура такая данных, которая типа позволяет еще... быстро находить что-то.
что-нибудь тебе нужно. Двоичное дерево. Ха-ха. Так, 2 часа 40 минут.